Так. Здрасте, здрасте. Мои маленькие любители тактических игр. Сейчас мы с вами отправимся. Смотреть новую игрулю. Надо, чтобы еще она запустилась. Так, звук есть, картинка? Пока нет картинки. Сейчас. Шина запустилась. О! Богерс. Работает! Так. Прыгнули с вами. Звук. Смотреть. Так. Может повыше. Черно-бело-красные тона будут у нас сегодня. Любят разрабы, надо такой фигней заниматься. Ну, посмотрим. Ну, кто запись смотрит, признайте, перемотать можно всегда. На трансляции пока людей нет. Так, ну звук можно немножко погромче сделать. Запас есть некоторые. Так, все работает. Нойс. Это не может не радовать. Так, удвоить размер субтитров не помогает. Я пробовал, сейчас запускал. Она вроде не работает. Так. Я что-то так понял. Ну, короче, ладно, в любом случае. Смотрите, это музыка игры, да, у нас тут песня? Ой, как медленно. Это случай, когда нажимать, короче, быстрее, чем зажимать. Так, ну давайте смотреть. Так, что у нас там по видео? Мыло я постарался убрать. Так, захватилось все. Надеюсь, не будет закрывать вебка интерфейс, как ключевой. Давайте смотреть. Что за игра? Зерце закрой, голосом, валь, спасет, книга Ностра об иных. Я не читал. Вот. Сотни лет мать защищала вуаль, не давая ей рассыпаться прахом. Ее странство завели ее в заброшенные улицы города, зараженного ужасной чумой. Там ожидала еще больше опасности. Угу. Некоторая мать защищала, короче, кто-то там, мир. He needs us. The other has come for the chosen one, and soon the veil will break. The suffering cannot continue. Угу. Век раскола. Suffering festers within him. The edge of reality frays.
Each battle takes more and more out of me. The other could shred the veil and devour our world. Will you stay with me until the end? I'll give what I can, what I have left. Let it go here and no further. Ну, как-то так. Блять, какие мелкие шрифты, пиздец. Они ее на Switch собираются портировать. Ну, такое себе, на самом деле, решение на Switch портировать. Так. Гомеопатик работает. Так, очки здоровья у нас вот 4900. Очки действия. Это очки действия. Обычно именно их расходуют действия. Перейдите в красную клетку, чтобы... Чем дальше движешься, тем больше очков ты тратишь. Окей. Перешли. Так, мы видим с вами вот существо иного. Нельзя его осмотреть, не работает пока. Так, мгновенные действия исполняются немедленно и расходуют очки действия. А, вот у нас есть взмах. Угу. Конь. Хронология обязательно сдвигается каждый раз, когда Юнь заканчивает ход. При решении 0 цель может продолжить действие с левой части хронологии. А, ну то есть когда, я понял. Завершите ход. Цель передвинется 50 в хронологии и восстановит свои ОД на следующий ход. А, то есть до следующего хода мы, короче, перематываем. Ну да. Какой-то новый уебан появился. Поставил блок. Так, отложенные навыки немедленно завершают ход юнита, но срабатывают позже. А, то есть... Ясно. Хорошо. Культист готовит отложенную атаку. Мощный выстрел. Мы не можем смотреть все. Так, выберите атаку щитом. Можно как-то почитать, что она делает хоть вообще? А вот. Атака щитом. Рывком двигает атакующего на 5 клеток, нанося урон и откладывает действие врагов на 30 очков инициативы. Господь всемогущий. А, ну то есть на 30. У него через 30 очков он сделает по нам выстрел. Но мы отложим еще на 30, за счет чего мы успеем ударить еще раз. Окей. Этот навык отложен, следующий здесь цель. Также будет отменена. Отменена отложенная атака. Рывком делает атаку еще на 5 клеток, наносит урон и откладывает действие. А не написано, что отменяет. Ну. Прерывание позволяет предотвратить вражескую атаку, нанести удар первый. Примечание. Прерывание, расход очки здоровья. А. Странно, прерывание я вроде сейчас не нажимал. Здоровье не расходовал. Ладно. Только возьмите рукопашную атаку, будет достаточно мощной контратакой. Активируйте стойку возмездия, чтобы прерывать вражескую атаку.
Ну то есть сейчас он типа что-то может нам сделать, попытаться, да? Что-то тут не очень хорошо, мне кажется, тогда. Fear not. I can stop the attack before it happens. Вихрь копий. Вихрь копий. После паузы в 10 очков. Наносит урон, откладывает ход всех врагов в зоне поражения на 70 очков. И обездвиживает их на 50 очков. Инициатива завершает ход. Окей. Мы, по-моему, гандошили все. Теперь мы что, типа сами по себе? А, нет. Твой юнит войдет в режим вспышки, если попытаться использовать последний 50 УД. Твой юнит войдет в режим вспышки, если попытается использовать последний 50 УД. Это передвинет твоего юнита к 100 в хронологии, поэтому вспышку стоит использовать осторожно. Но она может помочь тебе получить дополнительные действия или добить врага. Можно, короче, аж до 100 отложить, если есть возможность заулыбить, типа. Некоторые навыки вроде атаки щитом могут отложить разные и дать тебе больше контроля над хронологией. Уклонение дает юниту шанс увернуться от атаки. У нас он равен нулю. Броня защиты его юнита. От брони зависит, как сильно уменьшится урон от каждой атаки. Броня и уклонение могут изменяться. Броня всех навыков стоит на игроков, поэтому стоит внимательно следить за их описанием. Помни, что хронология есть ключ к победе. Сильные уклонения... Вложенные навыки завершают ход нового юнита и активируются позднее. Навыки прерывания могут заблокировать атаку, затем нести противника ответный удар. Некоторые навыки отложат вражеские атаки и позволят взять контроль над битвой в свои руки. Использование в последних вред вспышки твоей юниты двинется в хронологию. Видите, персонажи доступны. Да. Я не понимаю, как все смотреть. Что, его щитом бить, что ли, получается?
Я не могу его ударить почему-то. Я ничего не понял. А сколько у меня очков? 50. А, то есть я 50. Но я ж под. Так, ладно, короче, ясно. Больно. Я не понимаю до конца управления этой. Что не так с этой игрой? Я не понимаю. Бля, я не понимаю управления. Это очень странная игра. Можно я, пожалуйста, вот сюда отойду? Я ничего не понимаю. Я не понимаю, это слишком сложно. Я не понимаю, что от меня хочет игра. Бля, она очень хуёво сделана под джойстик. Я ничего не понимаю. Я, блядь, ничего не понимаю. Она очень странно на геймпаде сделана. Я не понимаю. Этот интерфейс, он слишком рассчитан на клаву-мыш. Я ничего не понимаю вообще. То есть она то бегает, то не бегает. Я эту шкалу вообще не понимаю. Так что не знаю, что-то я не понимаю пока эту игру вообще никак. Блять, как же я уже жду, когда дропну канал, вообще народу нет. Ебать, вообще нет людей, лол. То есть стримишь, блять, новинку? Никому даже не интересно вообще. Всем поебать. Серьезно? То есть всем настолько уже насрать на канал? Реально? Даже на новинку уже никто не приходит. Нихуя себе вообще. Вот это. Бля, ну слава богу, я закрываю свой канал. Поэтому идите нахуй. Пиздец вообще. Стримить надо новинки, блядь. До. Угу. Вот новинки, блядь, стримить, пожалуйста. Стрим. Стрим новинки, да. Надо стримить новинки. Ноль человек на канале. Ноль. Просто тупо ноль. Охуенно. Охуенно ПК. Новинки стримить сама, но. Чё запускал? Зачем запустил? Зачем я это делаю? Да пошли все нахуй просто, блять. Зачем я это делаю вообще? Ну. Для кого? Я не понимаю. Постримил, блядь, новинку, вот. Ноль человек, ровно ноль человек. Охуенно. Так, что делать? Очень неудобное управление.
на геймпаде очень удобно. То есть тем, кто будет играть на консолях, не позавидуешь. Управление на геймпадах не очень хорошее. Ну то есть получается, мы должны ударить вот это. Господи, как же бездарно плохо сделано управление на геймпаде. Пиздец, вы рофлите. Потом нажать так. Но при этом написано, что она заканчивает вроде как ход. Или не заканчивает. Ну ладно, мы сами закончим ход. Так, у нас типа как бы нет, да? Господи, какой бездарный интерфейс, кривой, пиздец. Я не знаю, сколько у меня очков действия. Я ни малейшего представления не имею, сколько у меня очков действия сейчас. Вообще ни малейшего. То есть, что-то у меня работает, что-то не работает. То есть, у меня 100 сейчас очков. Почему у меня не работают тогда верхние... А, то есть мы не можем, потому что мы не достаем до него. Типа нет в радиусе. Блять, я нихера не понимаю. И чё? Господи, они вообще сами играли в это? На геймпаде, нет? Я, конечно, понимаю, что ПК гейминг, PC Race, вся дела, там, Master Race. Но вы, если делаете игру, блядь, для консолей, чуваки, ну, серьезно. Ну, вы, как бы, блин, я не знаю, ну, вы, типа... Вы тестируете ее. Зачем вы выпускаете игру на консолях, если вы никогда в своей жизни, никто из вас, никогда не держал в руках геймпад? Как бы вот непонятно просто. Ну вы не делаете тогда просто консольную версию игры. Зачем вы ее делаете? Ну если в нее неудобно играть и нихера непонятно. Ну, наверное, тогда не стоит делать. Просто сделайте ПК и все. То есть, как бы вот зачем просто? Вот зачем это делать? То есть хорошо, ПК гейминг это типа лучшее, что видело человечество, окей. Но зачем вы тогда на консоль выпускаете игру? Ну если вы не можете сделать нормальный интерфейс. Я ни хера не понимаю вообще из того, что сейчас передо мной на экране. Почему вот эти два затенены, вот эти вроде как открытые, но выбрать я его, блядь, не могу. Бля, я ни хера вообще не понимаю. То есть, передвинуть я тоже персонажа не могу. Теперь могу. Бля, короче, нахер, конец хода. Я ничего не понимаю. Очень странный интерфейс. Вот почему в Xbox ты. Ой, господи, в XCOM ты играешь, и там четко понятно. Че ты ждешь? Что вообще происходит? И че?
Какой бездарный интерфейс, Господи Иисус. Ну делайте для ПК тогда игру, не выпускайте ее на консолях. Пиздец. Не, вот почему, вот XCOM сначала вышел на ПК, они подождали, подумали и потом уже, по-моему, сделали на консолях его. Ну не надо, я прошел XCOM на геймпаде, у меня все было нормально, все было понятно, все очевидно. Уже все 33 раза придумано. Нет, надо придумать что-то свое. Пусть это будет бездарно, криво и ужасно, хуево. Неважно, зато свое. И в итоге человек сидит, нихера в интерфейсе понять не может. Нихера вообще разобраться невозможно. Зато не как у других. То есть, блядь, ну я не знаю, ну зачем? Зачем на консоли выпускать эту игру? Зачем? Ну с таким интерфейсом не надо выпускать на консоли игры, не надо этого делать. Всегда думаешь, блядь, ну раз они на консоли выпускают, значит продумано. Ну логически рассуждая, значит все продумано. Если есть поддержка геймпада, значит она продумана. Хуй там! It's not enough. Зато сворачивается игра хорошо. Можно альтабаться, она не паузит. Удобно. Ну, запускать сегодня стрим была ошибкой, конечно. Ну, ладно, осталось две игры. Осталось две игры. И канал закрывается. Две игры-то я уж потерплю. Всего осталось две игры. И наконец-то я отмучусь. Наконец-то канал будет. Do not despair. Потому что две игры-то я потерплю. А, выпнул. Новинку же стримлю, ёп, новинку же стримлю-то. Новинки надо стримить, блядь, стример. Ты чё новинку не стримишь? Что-то стримил бы новинки, всё было бы совсем по-другому, да. Новинки надо стримить. Серьёзно? Новинки надо стримить? Нихуя себе. Классно. This dark corner of existence is a harbinger. Soon all will follow. The very fabric of our reality is threatened. Классно-то как! My daughters, you are of me. Put an end to suffering. Тут громкость еще так классно сделана. То есть она то типа громкая, то типа тихая. То есть настройки в опциях не влияют на громкость ролика. Я вот прям очень люблю, когда так делают. Прям вот каждый разработчик как делает. И вот шрифт мне тоже нравится. Игру планируют на Switch выпустить. Серьезно, да? На Switch хотите выпустить? Да? Ну да, сейчас с таким шрифтом. Блин. И с таким, бля, управлением балдежным. Прям классное управление. Блять, даже вот Darkest Dungeon был нормальный интерфейс на геймпаде, когда они его сделали. О, эти ребята вообще не заморачивают. Вообще не заморачивают. Шрифты прям балдежные, конечно. Прям. Взрастить дочь. Подождите, а у нас уже какие-то есть дочери? А, у нас есть... Господи, Иисус Христос. Блять, какую правду, какой интерфейс, интересно, да? А это кто вообще у нас? Это, короче, с двуручным мечом баба. Она у нас уже вроде как есть. Это с пистолетиками.
можно воскресить, но у нас еще никто не умер. Так, значит, нам тогда нужен, получается, со щитом, да? Взрастить дочь. Ну, взрасти. Селест. О, пускай будет Селест. В рукопашном бою деве меча нет равных. Дева душ может помогать своим сестрам, держась от них на расстоянии. И дева меча сейчас экстер. Но мы, естественно, ничего от него, потому что у нас опять две есть. А вот туда же есть единичка, единичка, ноль. Ну что у нас есть? Ладно, берем. The others are converging, warping reality. You must stop suffering from feeding. Go. Да, господи, реши, блядь, ну почему? 2020 год, 4К разрешение у нас уже, Full HD разрешение уже минимум. Миллионы пикселей на экране, миллионы, но шрифт как в 1994 году. Когда разрешение, блядь, 800 на 600 казалось просто заоблачным. И тогда, конечно, шрифты, да. Но сейчас-то Господь всемогущий, неужели вам реально мало места, блядь, на экране? Ну нет места, чтобы нормально шрифты-то запихнуть, да? Ну места же вообще нету на экране, вообще его нет. Поэтому шрифты надо делать как можно мельче, чтобы не дай бог. Я даже не знаю, блядь, не дай бог что. Какая-то причина есть. Но зато заморочились, сделали туториал. Уже надо сказать спасибо. Сделали туториал. Открытость открыта. Охуенно. Угрозы. Лекарь проклятия, чумной доктор. У нас, видимо, медики потом будут. Смотрите, а мы можем как-то вообще что-то там, ну, типа... Так, нет, игра говорит, что мы должны не сюда. Хорошо, ладно. Тогда сразу сюда пойдем. Я думал, может быть, мы что-то можем. Так, еще раз. Угу. То есть тут поэтапный такой туториал. Ну, насчет туториала претензий нет. Они заморочились, они объясняют вообще, по-моему, все. Это зачет. То есть это очень круто. Но, господи, шрифт пиздец. Просто пиздец. 2020 год. Господь всемогущий. Ебануться. Они еще мельче его могли сделать? Атаки с фланга тыла ранят куда серьезнее. Понял? Так, мои три девчонки, вот они стоят. Угу. А где уебаны? Угу. Я так и не понимаю этот интерфейс, если честно, до конца. Так, ладно. Так, Селест у нас со щитом барышня. Соответственно, она идет сюда. А куда она идет? Сюда, наверное, она идет. А сколько стоит там? А, у нас нет прокачки у них. У нас есть только отложенная атака, которая трижды наносит урон и блокирует цель. Отложенная атака. Интересно как, а когда она ее интересно реализует, что она отложена. Но мы ее не можем все равно прожать. Вперед вражескую рукопашную атаку. Врач, подожди. Ага. 25, короче, стоит у нас атака. То есть 25, да? Пусть я опять бегать не могу. Да почему ты по... Блять, какой мудак! Какой мудак!
делал это злоебучее, блять, управление. Сука, может на клавиш... Нет, она клавишки, она тоже не хочет. Почему это-то отказалось? Да... Бля, я не понимаю, кто это делал? Ты-то почему не хочешь бегать-то, Господи Иисус? Бля, я хуй знает, как в это играть. Я не понимаю управление этой игры. То есть, она просто говорит, я никуда не пойду. Вот это пойдет. А вот это стоит как вкопанная, блядь. Ей похуй. Она не хочет никуда. Почему? Блядь, я ничего не понимаю. Просто ни хрена не понимаю управление этой игры. Ты пойдешь сюда или нет? Спасибо! Блять, управление просто ебануться, какое крутое. Так. Чё ты умеешь? Выстрел. Прерывание. Выстрел. Ну, предположим. Отложенная атака. Трижды наносит, блокирует цель. Отложенная на сколько? И когда хоть по нему выстрелишь? Так, ладно, давайте нажмем, пустим. Ну, хорошо. Так она вроде не отложена, она вроде сразу стреляет, не? Может, я, блядь, глаза толпись? Отложенная атака. Блядь, а зачем писать, что она отложенная, если она сразу ее делает? То есть там же написано при этом мгновенное действие. Что, блядь? Что? Может быть, неотложная атака? Может быть, они забыли? Нет? Так, ладно. Ну и как... А, тут... Стоп. Стоп, подожди. Я ничего не понимаю. Почему опять ты-то? Вот ты можешь? Блять, Иисус, Иисус, Иисус. Господи, как бездарно сделано управление в этой игре. Ёбаный в рот. Господь всемогущий. Я не понимаю. Это пиздец. Это пиздец! Какое хуёвое интерфейс и управление. Я нихера не понимаю. Так, то есть, короче, ходить может только она. Почему-то. И... Чё? И при этом хотите, я не могу, господи, какой ужасный интерфейс. Я ничего не понимаю. Что-нибудь сделай, Иисус! Хоть сюда хотя бы подойди. Хуй с тобой, хоть подойди, хоть что-то сделай. Навык, удар. Да не выстрел, блядь, удар. Я нихера не понимаю в этой игре. Ничего вообще, я не понимаю, как это работает, блядь. Она, вот я нажимаю кнопки, я вообще нихуя не понимаю. Я вот сейчас за кого играю? Клэр, где она? Вот это Клэр. Так, ты у нас мечник. Иди сюда. У тебя есть очки действия? Я вот не знаю, есть у нее очки действия или нет. Ну, будем считать, что есть. Давай. Ага. Так, то есть мы делаем так. То есть, короче, это управление больше как в JRPG, нежели больше как в XCOM, потому что тут как ебанутая вообще система, то есть это больше... Блядь, где вот эта полоска в последний раз была? То ли в Octopath Traveler она была, то ли Bravely Default, я не помню уже. Вот что-то вот, она больше вот про это. Даже нихера понять невозможно. Так. И чё? Понятно, нет у нас. Ясно. Ты у нас кто вообще? Ты у нас стрелок. Ну давай вот сюда, короче, иди. Стрелять ты, естественно, не можешь. Я угадал? Не можешь. 25 это стоит. Хорошо, давай тогда вот сюда встань.
А теперь ты можешь стрелять? Можешь, блять. Теперь отдыхай. Так. Ага. Так, у тебя вообще что есть? У тебя вообще нихуя нет, да? Причем вот это реально отложенное действие. На 30. Но в принципе мы могли бы себе это позволить. Только наносит урона после завершает ход. Но оно типа ни по кому не попадет. Причем почему-то вот. Почему-то верхняя не активна, а это активно. То есть имеется в виду, что типа если он подойдет. Но он не подойдет. Никто к нам не подойдет. Поэтому мы идем вот сюда. Иди сюда. А вот может сейчас его поставить? А, не, он все равно ничего не сделает. А если я сейчас пропущу ход, ты вообще где хоть начнешь? Теоретически через 50. А чего там за 48-52? Это вот это что значит вообще? Я не понимаю. Почему 100% у меня какая-то баба горит на 100%? Я ничего не понимаю в этом интерфейсе. Ничего вообще. Вообще нихуя не понимаю. Как можно сделать было так хуёво? Двадцать пять единиц. А подойти к тебе сколько стоит? 41. И что я сделал сейчас должен, я не понял. Ладно, короче, просто подойди. Так, давай. Мы потратили все нахуй ходы, но мы вроде как должны были отменить. Нет, мы не отменили ее удар. А, ну мы от, это перенесли. Отсрочили. Вот, короче, попало. Я так понимаю, это у нас милишник. Нет, подожди, не милишник она. А, это ренджевик как раз. Прерывает рукопашную атаку в радиусе поражения. От рукопашную. И блокирует цель. Ну, короче, просто стреляй. Бля, еще. Ну, типа, считай, я размикрил. A bitter victory. А, там еще. Ладно, ты, короче, пропускай. They worship torture and call it science. У тебя, я так понимаю, чисто мили только, да. У нее никаких рыбков нет, нихуя нет. Ну ты тогда, короче, вставай сюда. Сколько это будет стоить? 17. Дойдет. И отложенный. А что отложенный? Он ходить не успеет к тому времени еще. Тогда ничего не делай. И стреляй. Еще стреляй. Так, вот как раз. 30 очков завершает ход. Давай.
Ну. А куда? Откуда я знаю, куда, блядь, он по... Откуда он придет? Ну вот отсюда, наверное, придет. Так. Ты, короче, вставай сюда. Да. И... А, ну у нее нет ни на что. Подождите, а у нее нет, типа, даже со вспышкой. А, ну у нее нет, да, никаких дефенс. Блять, у щитовика нет ничего на дефенс. Вы рубите? Ладно, неважно, короче, та у гандошки ее сейчас. Подходи сюда, ты, по идее, пизды пал. Нет. Еще нет. Ну вот сейчас он подходит, получает пизды, получается. Давай, мужик, проверим. Иди сюда. Да не сюда, блядь, мудак ты, ёбаный, не сюда! Клоун, ты недоразвитый, блядь! Ну, конечно, она... А, она все равно... А, все, я понял, как это происходит. Это не так, как я думал, происходит, ясно. Короче, иди убей его просто. Идешь. Ну, я думал, здесь что-то типа... Здесь пока нет вот таких вот, как Overwatch. Пока нет. My brave daughter is spent. She must rest till a new day. Ну, специфическая игра с очень всратым интерфейсом. Вот я могу так пока про нее сказать. Очень специфическая игра. На геймпаде играть крайне неудобно. Не рекомендуется это делать. На геймпадике играть такое себе. Come what may, we will slow suffering's progress. Вас побеждает босс, или если вы принимаете такое решение самостоятельно, после этого начинается снова попытка с первого дня, при этом вы получаете доступ к большому количеству осколков. Их можно использовать для покупки. Нельзя завершить день, не закрыв хотя бы один синапс. Выберите следующий день. Одна из дочерей может получить навык. Новый навык вам нужен будет. Ну, для свеча, ой, для свеча придется конкретно поработать над интерфейсом. Конкретнейшим образом. Вот если вот такой выйдет на Switch, это будет провал. Потому что там еще 30 FPS будет с input лагом. И с таким интерфейсом это пиздец. Бля, за такие шрифты, конечно, руки бы отрезал ублюдку, который делал. Сука, как можно делать такие шрифты мелкие в 2020 году, я вообще не понимаю. Так. Ну, а вообще она у нас при смерти. Я не знаю, можно ее как-то вылечить. По-моему, их лечить нельзя. Где-то что-то читал, что лечить их нельзя. То есть, когда она гуфанется, и сделать мы с этим ничего не сможем. Вроде как. С чем мы делаем вывод, что... Ну, типа, лучше... Ее не левелап. Давайте посмотрим, может, у этой новые навыки есть. Рывком двигает атакующего на 5 клеток и наносит урон. Блять, что, простите? Она никого вроде не двигает, она сама двигается. А, атакующего, то есть себя. Охуенно. Наносит урон рейтинг, завершившему передвижение зависит. А, вот Overwatch. Завершившему передвижение. Это Overwatch как раз. А это у нас Charge. Ну, предположим, возьмем ей Charge. А, им всем можно. Так, круг теней. Наносит
находящийся в радиусе поражения цели вплоть до урона, если враг в этот момент уже теряет здоровье из-за действий союзников. А. Так, наносит урона по площади, позволяет перемещаться в пустую клетку. А, ну то есть это типа, если тебя окружили милишники, можно от них съебать, короче. Ну это, кстати, прикольно, давайте вот это возьмем. Так, у тебя что? Увеличивает броню и добавляет 15 очков инициативы за каждую вражескую атаку. Уже поздно не это. Наносит урон и отбрасывает врагов в радиусе поражения. Да, ты врезаешься друг в друга и получается. Кодекс. Так, помятки. Помятки. Начните игру с воспоминаниями. Че? Ну, нажал, и че? Remember. А здесь ты как все понял. Что за кладбище? Remember their courage. А, взрасти дочку. 3 из 3. А у нас, кстати, походу мы даже не можем другую взять. У нас слотов нет для новых дочерей. А подождите, я же вроде вкачал их всех, нет? Я не вкачал? Вкачал. Господи Иисус, так. Параметры. Особенности ни у кого нет. А, нет, у этой есть. Доступные воспоминания. А как их нажать-то? Я не знаю. Ой, Господи Иисус. А, то есть это, подождите, это можно пожертвовать, короче, одну. То есть если вы хотите, короче, кого-нибудь вылечить, вы должны обязательно пожертвовать другую дочку. Добрые разработчики делали, хорошие разрабы. Я им желаю, конечно, все самого хуевого в жизни с таким подходом к лечению, к медицине. Прям вообще молодцы, ребят. То есть, я так понимаю, она не похилится. И это при том, что мы уже начали новый день. То есть, даже после отдыха персонажи не хилится реально. Блядь, я ничего не понимаю. Так, охота... непростая. Ну, короче, ясно. Хилить, короче, персонажей нельзя. Это вам не Darkest Dungeon, где после того, как вы сходили, вон там, стресс вылечили, им еще что-нибудь сделали, и они у вас опять здоровые. В этой игре хилить персонажей нельзя. Ну, только если гуфнуть кого-нибудь другого. Я считаю, что это крайне плохая идея. Ну, то есть как, если бы даже они сами не хилились. Ну, может быть, потом будут хилки покупать, можно где-то, не знаю. Я, честно признаться, не в курсах. Но если это единственный способ отхилить дочерей, то есть принося в жертву других, то это сатанизм. То есть разрабы, конечно, кончи позорные. Так делать нельзя. Это ужасно плохо. Ой, новая способность, вы можете комбинировать действия. Угу. Где враги? Вижу. Так, где наша... А, у нас ходить может только она. Угу. Тут ебанутая система. Вот причем, вот почему? Почему она может ходить, а эти нет?
Они же одновременно пришли сюда, лол. Типа, чё вообще? Ладно, чё у тебя там? Давайте сделаем шаг вперед, чтобы она могла пострелять. Ну, тратить не будем, наверное, вторую, да? Ну, вспышку ставить, короче, будем. Так, это у нас щит. Значит, у нее что-то там тоже было, да? А, она отбрасывает врагов. Не, у нее чисто мели. У нее все чисто мелишное. А, ну ладно, давайте поставим ее, наверное, вот сюда. Она будет защищать. Или вот сюда. Но она все равно не жилец. Как бы ее отхилить нельзя. И какого-то овервотч у нее тоже нет. Блин, не знаю, что, по-моему, говно какое-то, если честно, игра, то есть... Что-то как-то они зъебнулись вот с этой системой. И что-то как-то... Не знаю, посмотрим. Мне кажется, что успех XCOM и Darkest Dungeon ей не видать. По-моему, просто на отъебись перемиксованы какие-то вот такие вещи. Но мы ее в бой, наверное, пихать не будем сейчас. Пускай здесь, наверное, стоит, защищает стрелка. Подожди, ты можешь это сделать? А, ну да, она же это дашь. Не-не-не, подожди, я не это хотел. Вот это я хотел. Вот, да. Вот так положим. Ой, молодец. А, ну так она аж не ударит его. Ну то есть ударит, но потом. Ну вот мы сейчас как раз их и откидывать начнем. Так. Значит, короче, просто стреляй. Просто стреляй. Вот. Сейчас скажу кого. Вот в этого. Нет, наверное, лучше вот в этого. Да, давайте лучше вот в этого. Просто стреляй. И еще раз. Ну а теперь вот в этого. Так, все. Сейчас надо делать отложенный удар. Хороший отложенный удар. Хороший. А это, по идее, должна их откинуть. А, хуя на их откинуть. А, он бесконечный? А, ну да, только несколько раз можно. Это же не вспомнил. Так, короче, смотри, удар. Значит, отбрасывать врагов в радиусе. Объекты, враги получают урон. Так, мгновенное действие. Значит, мы сначала делаем вот это. Вот по нему. Няня. А потом делаем, соответственно, вот это. А, только одного отбрасывает. Упс. А, я что-то думал, что он побольше отбрасывает. Ну ладно. Ладно, бич. No mercy. No mercy, indeed. Ну, стреляй. Причем желательно нам потратить все. Да, нам придется вспышку, короче, включать. How foolish my fears.
А что такое ВР? Вот что такое вот. А, это враги, господи, я все думаю, это. Ходы или что это? Это ходы. Это враги, я понял. То есть подождите, но это же говно игра. Ну то есть я к тому, что это же скучно. То есть как-то. Это подождите, рок-лайк? Я где-то читал, что это рок-лайк, но. Мы же никуда не ходим. Мы же ничего не находим. Тут нет каких-то айтемов, тут нет крафта, прокачки, как. Там в Darkest Dungeon или в XCOM. То есть тут же ничего этого нет. Тут вообще ничего нет. Тут только ты и враги, и все. И причем еще нельзя хилиться. То есть мне сейчас этих угандошат. Мне новых брать. А нахуя? А смысл игры вообще я не. То есть как бы. Это я не езжаю пока. Ради чего в нее играть-то? Так, ну и как бы. Щитом у нас баба ничего сделать не может. Дойти сюда будет стоить 30. А удар у нее стоит 25. А если мы. Ну да, мы ничего сделать не можем. Так, ладно, короче, стоит так. Короче, так, вот это умеет чарджиться. Ну-ка, давай, покажи нам, что ты умеешь. Ня-ня. А, и ты еще ударить можешь. Вот опять же, да, вот типа ценой вспышки. То есть я вот вообще не понимаю. То есть у меня 70 очков. Нам говорили, что вы можете типа ценой вспышки типа больше делать, чем положено. Но при этом он не работает. А почему? Почему я вот этот могу прожать и уйти в вспышку, а этот не могу? И этот не могу. Типа схуяли. То есть как бы нигде ничего не сказано по поводу того, что ты типа. То есть да, я во вспышку уйду, но вспышка-то у меня есть. Есть. И чё, почему нельзя? А вот хуй знает, просто потому что нельзя. Так, короче, я. Уклони. У тебя есть. У тебя есть и вейп? Серьезно? Блять, вот все-таки. Вот лучше бы они сделали. Как в Darkest Dungeon и в XCOM. Что типа ходит исключительно твоя команда, потом вражеская команда. Вот это говно из JRPG, которое тут вообще не пришей, как били хвост. Нахуй тут не. Вот каждый раз, когда вот такое говно выходит, ты понимаешь, насколько Xbox и XCOM и Darkest Dungeon гениальные игры. Блять, вот воистину, вот это говно нахуй внизу, вот то, что видите, вот эту шкалу, нахуй не нужно. Это реально удел вот JRPG, блять, реально. Хотя, подождите, в Darkest Dungeon я не помню уже точно, кто как ходил вообще. Но там это как-то настолько гармонично. Блять, я вот не помню, как Darkest Dungeon уже ходят люди на самом деле. Там просто это настолько как-то гармонично и очевидно. Блять, я уже не помню, как там. Ну, там как-то вот. А здесь вот что-то так всрато вот это сделано. Нихера вообще непонятно. То есть. Какие-то сразу бьют, какие-то отложенные, какие-то на перехват. Почему-то у тебя то работает, то не работает, и вообще ни хера невозможно понять. И
Блять, вот это просто пиздец. Вот что-то в Darkest Dungeon был как бы рандом, но типа как-то вот быстрее, динамичнее все это было. То есть ты, а вот этим все сходил, этим вот этим все сходил, этим вот этим сходил. У тебя четко рисовалась картина, что ты будешь делать дальше. И здесь какая-то хуета, просто хуета. То есть это, не знаю, странное очень решение. И интерфейс такой говёный прям. Ладно, бей, короче, его. Ты его еще и не убьешь, блядь, серьезно? Ну, придется тебе, значит, еще раз его убить. Что я могу сделать? Сама виновата, что ты его не убила. Тебе пизда. Я тебя держу в курсе. А, у них полная жизнь. Да, тебе пизда, короче, Толкин. Я тебе соболезную. Рывком атакующих клеток. А, подождите, мы рывок сделаем. Господи, какое говно эта игра, чуваки. Реально. Такое говно, пиздец. Может, дальше, конечно, и получше. Ты бить будешь его, нет? Ударь его, бля. Кого-нибудь уже ударь. Похуй! Кого-нибудь ударь. А, так, окей. А, значит, тогда, короче, убивай этого и уходи в глубокий сон. Господь всемогущий. Ударь его, блядь, да что за мудак-то делал это управление? Это Христос Иисусович. Блядь, ты можешь просто его ударить. Лол. Да не этой атакой, вот этой. Да, ударь его просто, блядь. Что, в чем проблема-то твоя? Спасибо. А ты, может, еще и уйти можешь теперь? О, еще и уйти может, вообще нормально. Я, правда, не знаю, зачем ее сохраняем, учитывая, что я все равно пиздец. Так. Все, ты отдыхаешь, короче. О, господи, какое говно игра, пиздец. Превращает вражескую рукопашную. Угу. Вот это, кстати, прикольно. Интересно, а любую рукопашную прерывает? Кстати, тогда можно было поставить это. Правда, мы теряем жизни 10%. А лечиться нельзя. То есть 10% жизни отдать, когда ты не можешь вылечить персонажа, это спорное удовольствие на самом деле. То есть Overwatch нормального нет. Идти навстречу я не хочу. Так, короче, пускай они тогда идут ко мне. Идите сюда, чуваки. Угу. Угу. Так, стреляй. Угу. Угу. Ну не хочется ее как бы на этот самый ставить, но они ударят по ней, если я сейчас ничего не сделаю. Они ударят вперед. А остальные вообще ходить не будут. Ну либо добить... Давайте добьем этого, ладно. Будя окончательно, но зато может быть Иисус тут. Этот не успеет до нее дойти и ударить уже 100%. А щитовиком сейчас баба попытается, короче, оттолкнуть. Пусть, наверное, даст ей это 25 очков. Так, сколько сюда дойти стоит? 30, охуенно. Так, ну, нам надо это сделать, уходя в ебеня. Так, а что сделать это говно? Отбрасывает врагов. И все. Угу. Так, откладывает действие врага. О! Поворачивает лицом к... О! Так, тогда, наверное, лучше мы сделаем с вами вот так. Откладывает действие. А сколько? 25?
Ладно, тогда, короче, иди сюда. Потом, короче, вот эту. Нет, хотя, подожди. У меня ты. Нет, подожди, мы можем. Да, все, раз мы все равно в вспышку уходим. Мы сделаем. А, нет, слушайте, она его просто. Ну, нахуй, можно не заморачиваться, она убьет меня. Ой, какая бездарная боевка, пиздец. Все мы выиграли, господи Иисус. Ну и говно. Не, Darkest Dungeon на XCOM лучше. Это просто параша какая-то редкая. Абсолютно неинтересная игра, абсолютно неинтересная. Может быть, дальше будет круче, но если Darkest Dungeon тебя сразу берет в оборот, и ты понимаешь, ради чего ты играешь, то здесь я никакого роглайта, роглайлика вообще не вижу. То есть тут как бы... типа... чё, блять, нахуй я это делаю? То есть как бы геймплей не сделали, а ради чего? И чё? Доступны воспоминания, окей, и чё? Блять, написано LTRT, я нажимаю RT, нихуя не происходит, чувак. Вообще нихуя. Во, вот так. Полученный урон, физический урон, ясно. Доступные воспоминания, мне нравится. Вот горит, да, восклицательный знак. Я в душе не. Может быть, на клавимышке? На клавимышке тоже не работает. Лол. Просто доступные воспоминания, все. А, воскрешать мы будем. Их, наверное, будут убивать. А мы будем, соответственно, их воскрешать. Видимо, так это будет происходить. Либо хуй знает. Вот это уже все почти мертвое. Ну, то есть, я так скажу. Мое мнение по игре. Она играбельна. Но совершенно непонятно зачем. То есть разрабы как бы вот... как бы они сделали вот... То есть играть можно. Она нормально играется. Ну, в интерфейсе срата. Но я думаю, люди играть будут 90% на клавиатуре. У них проблем не будет, я думаю. И как бы она играбельна. Но вот ты в Darkest Dungeon играешь, ты понимаешь, в общем-то, сразу о чем игра. И ради чего в нее играть. Играешь в XCOM, ты понимаешь тоже, ради чего в него играть. А здесь ты понимаешь, что ты опять в комбайне просто. То есть у тебя будет расходной материал. То есть у тебя персонажи это мясо. То есть ты играешь за бездушное мясо. Просто. Во всяком случае, ты, будучи бездушным мясом, должен играть, думая, что это тоже бездумное. То есть просто на амбразуру кидать. Потому что они все равно умрут. То есть тупые выблядки разработчики, видимо, очень хотели сделать аналог Darkest Dungeon, которые персонажи будут в любом случае умирать. Мне, как человеку, который прошел Darkest Dungeon почти весь, потеряв всего 4 героев, мне это не нравится. То есть я люблю играть, не теряя персонажей. То есть я хочу играть, не теряя персонажей. В Darkest Dungeon я умудрился пройти первый этап темнейшего. И вот до этого момента я... потерял 3 или 4... А, 3. 4 я потерял, но одного мне вернуло играть. 3 персонажа у меня было в минус. И мне это как бы нравилось, что это было сложно, но я старался любой ценой сделать, чтобы персонаж жил. В этой игре в любом случае персонажи будут умирать, потому что починить их почему-то нельзя вылечить. Даже после того, как они поспали и отдохнули. То есть, логично рассуждая, логически, теоретически отдых должен выхиливать. Потому что у нас наверняка какие-то аптечки должны быть, еще что-то. Но нет. И ты должен воскрешать их обязательно. То есть, это мясо, которое должно умереть, блядь. Причем интересно, а возрастить дочь? Подождите, а у нас тут написано 0 из 3. То есть мы можем возрастить еще одну дочь. Give life to our daughters. Desire. Пусть будет desire.
Так, классов новых нет. Ну, пока. Наверное, потом, может быть, будут. Ага. Первый уровень. Так, а можем ли мы вылечить вот эту? Так. Нововыросший. Ну, в мясо ее пустить, короче. Единственный способ исцелить дочь. Единственный способ принести в жертву другую. Она должна быть того же уровня или выше. В рот бы вам нассать. Тупые ублюдки и ничтожества. Разработчики, идите нахуй. С таким подходом. Это вот как Mortal Shell, в которой у тебя нет эстуса. Пусть разработчики сами в это играют. А эта игра, в которой только жертвы можно лечить, пусть тоже разработчики в это сами играют. То есть, если они хотят вот так делать, пускай сами тогда и играют. Вот. Я категорически против такого подхода. То есть, в Dark Souls играх должны быть эстусы. В таких играх должен быть отхил. Не ебет. Даже, ладно, на миссии нет отхила, я еще могу понять. Типа, как бы, окей. Но вне миссии, после отдыха, персонаж должен лечиться. Если разработчики с этим не согласны, они идут нахуй. Однозначно дизлайк этой игре. Я в эту парашу играть не буду. Идут они нахуй с таким подходом. Это полное говно, как можно было до этого догадаться, я не знаю.